Новая жизнь столичных троллейбусов. В 2018 году по договоренности с Мосгортрансом Иванову были переданы 18 троллейбусов. Последние две машины транша в МУППТ ожидают в январе. А пока приводят в порядок те, что уже прибыли и понемногу упускают на линию. Через ремонтный цех проходит буквально каждый подаренный Москвой троллейбус. Сначала здесь проводят диагностику всех систем транспортных средств. Затем чинят. Каждой единице подвижного состава мы подходим индивидуально и произвели текущий ремонт с частичной заменой кузова, проведена ревизия и ремонт узлов агрегатов пневмооборудования, гидравлического и электрооборудования. Но затрат по времени вышло порядка 4 месяцев на восстановление. Когда техническое состояние троллейбуса уже не вызывает сомнений, машину отправляют на косметический ремонт. Перекрашивают, если нужно, приводят в порядок салон. На выходе получаются вот такие конфетки. Эти две машины марки Троллза, среднепольные и довольно вместительные, полностью готовы к работе. Одна сегодня впервые выйдет на четвертый маршрут, вторая поступит на обкатку. Все машины, которые нам передали, они 2005-2007 годов, выпуска, безусловно, эксплуатация московская не отличается легким режимом. И, естественно, все машины подвергаются в той или иной степени ремонту. В зависимости от технического состояния машин это оценивается индивидуально. Ну и после произведенного ремонта, естественно, в первую очередь мы должны оценивать их с точки зрения безопасности, перевозки наших пассажиров. Мы проводим обкатку наших машин, конечно. Сейчас полностью готовы к работе на маршрутах 5 москвичей. До конца января ими постепенно заменят наиболее уставших ивановских рогатых. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.